800 человек прибыли 5 мая из осажденного города Мисурата в порт Бенгази. На борту парома в основном зарубежные рабочие и раненые, пострадавшие в результате постоянных артобстрелов войсками Муаммара Каддафи. Один из эвакуированных до сих пор не верит, что ему и его семье удалось выбраться живыми. Мы пережили в Мисурате ужасные события, и тот факт, что мне с семьей и еще нескольким сотням человек удалось оказаться в безопасности, это просто чудо. Порт Мисурата подвергся масштабному обстрелу со стороны сил Каддафи. Соединенные Штаты осудили продолжающиеся бомбардировки Мисураты и призвали Каддафи разрешить людям беспрепятственно покинуть город. Гражданская война в Ливии, вспыхнувшая после жесткой реакции Муаммара Каддафи на антиправительственные протесты, разделила страну на западную проправительственную часть со столицей в Триполи и повстанческую восточную с центром в Бенгази. Однако город Мисурата, будучи отделенным от основных повстанческих территорий, находится в длительной осаде со стороны войск Каддафи и подвергается постоянным артобстрелам.